Ну привет, ребята. Пришел я в старый ирландский лес, заброшенный. Дома тут какие-то, не знаю. Хочу покопать детектором. До этого я уже тут копал. Ни хрена не накопал, блин, на одним банке. Но мы идти туда дальше, в лес. Чисто погулять по лесу, покопать, как бы снять для вас. До этого не снимал, как бы. Не знаю. Стесняюсь, может, ничего. Ну ничего. Посмотрим. Как бы зацените, ставьте лайки. Будет много видео, больше видео о ирландских походах с детектором. Буду копать все, перекопаю всю Ирландию, везде, что хотите. Покажу вам, сниму, задавайте вопросы, пишите. Все, снимаю. Ну вот. Вот мои прибамбасы. Как бы, как я говорил, я... Это вторая часть сейчас. Я был там наверху, шел вниз. Там были такие же коттеджи, желтые. Как бы спустились мы с женой, она тут с мелким пофоткала. Место офигенское такое, старое, блин. Как бы. Видно, здесь охотники жили. Думали, что, блин, тут много будет монет около этого дерева. Или что-нибудь будет. Ни хрена тут не было, блин. Параша всякая, как бы. Может быть, уже вот. Уже, видите, я тут покопал. Как бы, ну, как сказать. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Вон, я покажу, я на камушке оставил еще тут. Прибамбасиков пару. Крышечка, он уже кто-то смотрел, видно. Или ветер сдул. Вот такие крышечки. И как бы Гаррет мне конкретно показывал размер, что такие. Значит, это не монет. Ну, о, видите, еще какая-то. Old Lamps. Хрен его знает, что это такое. О, зацените. Ну, вот такая херня тут была. Можно в дом зайти посмотреть, если интересно, как бы, думаю, интересно, блин. Что это? Выглядит вообще как церковь старая. Ренецкая церковь. О, блин. Видно, двери еще новые стоят. Ну, как бы, старые, но, блин, разбитые, убитые, но, как бы, недавно делали. О, это дерево нравится. Я так думал, что там что-то будет. Люди, блин, отдыхают там, приходят, садятся, солнышко. Заряжают свои, блин, ганы. О, кто-то разбил, кстати, этого не было. Этого не было. Мы еще тут ходили, этого не было. Ну, как сказать, семьи не без родов. Даже ирландцы ломают, бьют, уничтожают. Тут, видно, охотник сидит. Олень подходит, он его бах, бабах. Олень спит. Тут он его сжигает. Ладно, я шучу, конечно. Всякая хрень. Трогать ничего не буду. Ну, видно, тут переломали. Все. Думаю, что... И я не удивлюсь, если менты приедут. Тут как бы пока никто ничего не трогает. Все ходят, гуляют. Все нормально. О, какое. Это что тут? Блин, место классное. Наверное, тут кто-то пришел, побил. Кто-нибудь что-нибудь увидел. Сейчас я свет включу. И предупредил полицию. И сейчас они только ждут повод. Как бы, что за хрень? Яд какой-то крысиный. Вот. Чтобы вызвать ментов. Возможно, кто-то заметил, что я подъехал. А, вон этот, кто-то убил, блин. Ну, что тут нету, блин. Видно, бар был, блин. Какой-то, не? Или оружие складывает. Что тут? Ой, табуреточка. Ой, телефон даже сломали, блин. Прикольный телефончик. Динь-динь. Я бы его забрал, если бы не сломали. Ну, что тут хорошего? Видно, кухня была. Блин, все перебили варвары. Все переломали, нахуй.
У меня там детектор стоит. О, прикольно. Видите, окна новые, пакетники. Видно было место отреставрированное, блин. Хотели бабки поднять. И ни хрена у них не пошло, вон печка, блин. Прикольно. Нравятся мне такие места, блин. Я думаю, о, колоночка, блин, смотри. Что за колоночка? Айва, нормально, думаю, работает, блин. Думаю, работает еще. Что еще тут? Дверь. Это что за кормушка? Все там. О, блин, какие гвоздики. Прикольные. Видите, еще стоят гвозди, все стоит, никому не нужно. Картинка, блин. Бла-бла-бла-бла. Я свет на этом свете. Тот, кто следит за мной. Тот не идет за мной. Короче, блин, в темноте я есть. Хуйня какая-то. Это я типа перевел, наверное, неправильно перевел. Думаю, уже домахается кто-то. Вот переводчик хрена. Но это я так, своими мыслями еще. Прикольно, блин. О, классно. Ну чё, блин? Что это, параша была, блин? Что за хрень? Ну, блин, кто-то починить хотел. Не получилось. Прикольно, блин. А. Баньку можно забацать. Короче, счетчик. Мало на как. О, кстати, счетчик. Сюда копеечки кидаешь, крутанул и можешь пользоваться электричеством. Тема хорошая. Но, как бы, обычно мы эти замочки открывали и одну и ту же монеточку кидали. Когда в аренду брали дома, в старых домах такая херня. Новых уже давно нету, уже есть новые темы. Так, сейчас проверим, мой детектор есть или нету, не спиздили. Нет, блин, лопата стоит, никого нету. Ну что, пойдем на второй этаж. Прикольно, о, прикольно. Клевая штучка. Что это за хрень, звоночек? Ну что, пластик? А, блин. Это звоночек. Звоночек. Кстати, красивый. Но он пластиковый. Думаю, параша. Ну красота ты какая моя. Ладно, ставим. О, ку-ку. Есть то? Листочки. Интересно. Бутылочки, ванна. Кто-то помыться не желает. О, блин, радиатор. Кто-то тащил, не утащил. Нет, кто-то ломал тут, блин. Геракул, блин. Радиатором проломился нафиг. Смотрите. Делать нечего, блин. Думаю, какие-то, блин, мелкие ходили тут. Ползали, ломали, уничтожали все. Тема. Штабики ломали. Да. Ну, короче, там ничего нету. Хрень какая-то. Полная хрень. Что, пойдем дальше? Вообще-то я пришел копать. Вон уже эти поснимали. Ногами, наверное. Да, блин, взяли, переломали, перебили. Ну чё? Вон те будочки. Ну тут, наверное, начальство сидело. Терпело. А там, блин. Что там? Там домики отдыха. Ну давай. Ну как бы. Потом на обратном пути будет время. Как бы зайду туда. Я хочу идти туда, в лес. Посмотреть, что там. Прикольно. Ну что, пойдем? Пойдем в лес. Отключаюсь. О, какашки, блин.